Как дела? Это, ребят, легендарная фотка. Я когда-нибудь себе добавлю. Это просто бухали в самолете там 15 часов, не спали, приехали в 8 утра. Такие, все, покажите нам кровать. А тут фотограф китайский просто заезжает и говорит, ребят, а давайте мы вас сфоткаем. Я спрашиваю, зачем? Чтобы мобилы, да, там, чтобы кого-то пугать, может быть, дайте там объявление, что мы можем мобилы отжимать. Он говорит, нет, это команда на LAN, на вас будут смотреть китайцы. Мы говорим, no problem, guys, просто no problem. И вот просто, ребятки, это nice, одна из лучших. О, это Team Secret. Team Secret приезжали, по-моему, на этот. Это Team Secret приехали на TS Cup, и вот эти вот ребята, казахи, они всех победили. Никто не считал их за противников. Ну, казахи там приехали из села, там на своем осле. Сейчас мы покажем, как им дотку играть. Они просто всех отодрали. Они отодрали Пупея. Они отодрали Дэнди, когда он был супер задротом. Они отодрали Куроки вообще без шансов. У них была команда Пупей, Дэнди, Миракл, Куроки. Это была одна из сильнейших команд в онлайне на тот момент. И Левент. Но так как Левент не приехал, они взяли замену. И, возможно, из-за этой замены они и проиграли.